Всем привет, меня зовут Лина, и это Котор. Мы с вами продолжаем двигаться к финалу. А чё, куда мне тогда? Назад мне, что ли? Типа в останках, может, какой-нибудь остался, нет? Да нет. А, сюда, наверное. Да они мне типа показывали, что я неправильно пошла. Куда ты бежишь? Объясни мне. Почему ты вплотную прибегаешь? А ты почему ты уничтожить дроида не можешь, объясни мне. У тебя есть же прекрасный дальний скилл. Вот сейчас я начинаю гореть. О. Карта нам тылы охраняет, походу, да? А, это ее скилл, походу. Она прям реально прыгает через полкарты. А, карта сейчас помрет. Это туда-сюда бегает, туда-сюда бегает, а? Ладно, Джухани там, походу, с дроидами разбирается, да? Помогите мне! Просто со всех сторон. Тебе конец! Реально, со всех сторон нападает. Жесть какая. Офигеть. Спасибо. Что нужно? Живи, Джуханя, живи. Конечно, ты чувствуешь себя нехорошо, потому что тебя только что отравили, мрази. Так, почему вас так много? Бей его. Главгероиня, блин, бежит. Почему? Она устала. Она спасала Она галактику спасала. Как же вас много. Какие же вы неприятные. Как дела, спящая красавица? А, ну у меня продвинутых медпакетов 44, в принципе, нормально. Мне надо, наверное, стимуляторы использовать, да? Вот это вот все, а я забиваю болт на них. А зачем ядовитую гранату кидать, блядь, в турель? Объясни мне. К моим услугам, блин.
Вот единственный минус вот этого технически в том, что они в какой-то момент просто реально тебя не слушают. Я понимаю, что вот здесь вот, по идее, можно просто очередность убрать. И будет мне счастье. Но... Господи, сколько турели, какой тяжкий бой, очень много врагов. С другой стороны, есть это вот, знаете, это ощущение прям вот Final Fight'а. Но по этой логике Лорд Малок должен быть вообще очень сильный, прям очень сильный. Не кидай гранату! Потому что очень плотный финальный бой, мы прям прорываемся. Очень тяжело все идет. Ну, сейчас будет, видимо, бой с Малоком, да? Угу. Привет, ученик. А, нет? Учитель, зачем вы призвали меня? Без моей боевой медитации линкоры Республики могут прорвать оборону и начать атаковать саму Звездную Кузницу. Это не займет много времени, Бастила. Достаточно скоро ты сможешь возобновить свою боевую медитацию. Я просто хотел, чтобы ты знала, что Реван здесь, на Звездной Кузнице. Реван? Но... Сила приводит нас к противостоянию с моим старым учителем. Звездная Кузница свела наших старых врагов, так что они могут умереть вместе в один прекрасный день. Как романтично. Ты должна убить Ревана, чтобы доказать, что достойна быть моим учеником, Бастила. Ты должна завершить то, что было начато в храме Ракаты. Да, лорд Малок. Я чувствую твой страх, Бастила. Но он безоснователен. Звездная Кузница даст тебе силы, чтобы победить моего старого учителя. Оставайся здесь, в командном центре, пока ты используешь свою боевую медитацию против республиканского флота. Реван найдет тебя здесь через некоторое время. Это неизбежно. Конечно, учитель. Я больше не подведу вас. Возможно, ты победишь, Бастила. Но даже если нет, это даст мне время необходимое, чтобы подготовить защитные системы станции. И тогда мы посмотрим, сможет ли Реван устоять против полной ярости Звездной Кузницы? Ну, такой себе злодей, конечно. Какие вы душные! Какие вы душные! Че вы такие отвратительно душные? Вас так отвратительно много! Вы такие отвратительно многочисленные! Слева, справа, сзади, Кар, защищай наши тылы, пожалуйста! Ой, еще херачит силы-то своей! Сопротивляйся силе, пожалуйста, а? Иди ты отсюда гулять. Молодой, здоровый, красивый. Пока ты молодой, здоровый и красивый. Ага. А что-нибудь еще тебе не сделать?
Ой, господи, есть у нас какие-нибудь пакет жизни, антидоты, сыворотка, на, боевой стимулятор. Поехали. Но, походу, 40 продвинутых медпакетов как раз мне здесь и пригодятся, да? Что так, нужно? Что делает на заднем фоне карт? Карт держит наши тылы. Хорошо, одобряю. Я стану твоей погибелью! Наверное, но это не точно. Зависит от того, как карта ляжет. Угу. Угу. Спасибо. Сохраняемся на всякий случай, а то сейчас, блин, будет. Вы меня достали! Как вы меня достали, господи-то! А? Чё тебе надо? Чё ты прибежал сюда? Вот что ты сюда прибежал? Уйди отсюда. Там на заднем фоне, да, еще что-то происходит? Где еще? Чего там кто бздит? Откуда? Убить член партии. Ну, конечно, меня ж... Блядь, я... А, не все померли. Ты, блядь, тут откуда? Игрок истощен, отмена боевых действий. Спасибо. 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 Ваша партия была убита. Спасибо. Не зря я сохранялась. Не зря. А, ну понятно, там просто на заднем фоне еще, короче, карта бьют очень сильно. Там, блин, надо карта спасать, он прям... Ага, согласен со мной карт, что его надо спасать. Да подожди ты, господи. Давай. Так, надо что-то делать. Во-первых, сопротивляться силе, потому что они задрали меня этой силой сосать. Ну, ты будешь сопротивляться силе? Хорошо. Я надеюсь, что это не значит, что мне надо всякий раз, когда они бьют, успевать бить, потому что это просто нереально. Чухань, что ты сейчас помрешь? Я понимаю. Да куда ты, бля, бежишь? Она, вот, короче, у нее не отменяется, когда я на нее переключаюсь, она продолжает бить. То есть это, конечно, я не против всего этого, но она прям сбивает. Она идет бить тех, кого не надо. Хотя вот я переключилась на управление, казалось бы, все, отдай мне бразды правления. Отдавай. Ты долго будешь лежать, стоять, красиво делать, а? Спасибо. Ну вот смотрите, вот, да, вот я вроде как нажал, у меня не было боя. У меня не было боя, а у меня все равно, короче... Что, что? Почему? К
как неприятно это все происходит вообще. Вы бы знали, ребята, по ощущениям просто отвратительно как. Да. Просто такое ощущение, как будто меня как котенка мотают туда-сюда. Господи. Да. Еще не закончен бой, серьезно? Какая же жесть! Сила истощена. Конечно, блин, такие бои-то переживать. Еще бы она не была истощена. Это вот просто жесть. Это очень трудно сейчас было. Очень плотные бои. Мне все нравится. Меня все устраивает. Их очень много. Они очень неприятны. В целом, как и должны быть. Мы пробрались на вражескую базу. Мы ее атакуем. Что там происходит? Кто это? Ты что бежишь-то? Ты зачем бежишь? Объясни мне. Не беги мне тут, а? Почему у них у всех два клинка? Они меня косплеят, что ли? А, ну хотя логично, я же была там местной знаменитостью, там Дарт Реван, самый сильный Ситх. Откуда ты там, блин, взялся? Можно я, пожалуйста, залутаю металлический ящик уже? Вы разберитесь, пожалуйста, с ними. Давайте я обернусь, а все будут мертвые. А, в смысле враги. Не мои сабардинцы. Обнаружен противник. Да ладно. Не, вот вы видите? Они просто... Я маленечко в шоке. Ну вот, а ты куда сейчас бежишь? Вот кому ты бежишь? Я бью на него. Я тыкаю на него. Ты должна бежать на него, а на резку у меня включается бой к ближайшему врагу. И это, в принципе, логично, если подумать, да? Но нелогично с той точки зрения, кто играет в эту игру, я или ты? У нас нет такого, что игра играет в том, саму себя. Не эта игра играет. Это что-то, наверное, подбегать еще не может. Ой, сзади красный, это как появился. Спасибо. Спасибо. Всех троих зажали. Давайте мы так же сделаем. Еще один бежит. У них, наверное, там просто какие-то скрипты на большие какие-то бои. Да, происходит, да, вообще. Потому что они просто появляются из ниоткуда. Вот это вот меня немножко огорчает. Потому что ты сражаешься и, ну, как ты надеешься, что вот, я зачистил локацию. А они, походу, просто респаунятся. Это мне вообще шаг вправо, шаг влево делать нельзя. Ой, достал свой клинок. Да куда ты достал свой клинок? Положи свой клинок назад. Застегни ширинку, отвернись к стене и рыдай. Достал он свой клинок. Обнаружен противник. О, я думаю, а что же это такое происходит в этой жизни? Кто же это такой? Идемте отсюда, пока еще не нареспаунились. Они, наверное, нас так подгоняют в этой игре, чтобы мы не стояли на одном месте и репу-то не чесали. А продвигались дальше по сюжету. Где Джуханя? Где эта женщина? Кошка. Ты что нужно? Это что за кошачье слоумо? О, бежит. Бежит, бежит. Уже, блин, трусы спадают. Ну, да что вот это вот такое, а? И сзади сейчас появится. Вот чекай. Да-да-да, вот, все, отреспаунили сзади. Спасибо. Игрок двигается. Где, блядь, игрок двигается? Двигайся, игрок, алло. Yeah.
Короче, какие-то прям неприятные технические моменты пошли. Возможно, все из-за того, что очень много пошло врагов, и это стало прям заметно. Потому что, когда мало врагов, это заметно не так, и играть приятнее. А когда врагов много, все выплывают, короче, все вот эти вот косяки, походу, то, что там он спотыкается от текстуры. Еще что-то происходит у него в жизни, да, там просто враги респаунятся со всех сторон. Там замирает. Ну что вот это вот такое? Я тыкнула бить, алло! Ты будешь бить меня сегодня? Спасибо. Его бей! Ну как они машут световыми мечами, чтобы отбить пули лазерные. Это прикольно выглядит, да. Я в целом-то не против того, что их много. Я против того, что они респаунятся внезапно в непонятных вообще каких-то местах. Если я тут посрать отойду, я что, я открываю как бы туалет, а тут куча просто респаунится врагов? 100% по логике так и будет все. Туалетные монстры ситские, блин. Где, бля? Бастилы. Ох, опять бежит. Чё вы там свои силы херачите? Ага, Как дела, ребят? Не подействовал, надо же. Так, карта что-то делает вообще очень странное. Ой, да стой ты, господи. Так, еще мне надо сопротивление силе, потому что мне не нравится, что меня прям активно пытается этой силой как-то доминировать. Откуда вы вообще взяли столько ситхов? Я побывала у вас на планете, и я всех на светлую сторону заманила. Откуда у вас столько ситхов появилось? Это ж население маленькой планеты у вас здесь находится. Вы там с Бастилой пошалили, что ли? Или вы научились клонировать, блин, ситхов? Да что ты делаешь-то? Угомонись, поспи, отдохни. Распетушился, раздухарился, блин. Вообще дышать невозможно. Ну а ты что там стреляешь-то? Хватит стрелять. Спасибо. Бастила! Моя ты чудила. Чё тебе надо? Реван, я знала, что ты придёшь за мной. Я никогда не потеряю веру в тебя. Я знаю, что ты можешь спастись. Пустая трата времени. Я видела, какие вы джедаи. Слабые и трусливые. Ситхи же истинные повелители силы. Ты забыл это, Реван. Теперь ты должен за все заплатить. Здесь, на Звездной Кузнице, сила темной стороны сильна, как никогда. На этот раз тебе не победить. А, ну понятно. Меня так херачат из-за того, что тут типа сила темной стороны, да? Да, спасибо. 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 Так. Что мне с тобой поделать-то такое? Поле стазиса. И граната.
И еще граната. Теперь я понимаю, почему Малак последовал за тобой. Пусть ты всего лишь оболочка себя прежнего, сила все еще велика в тебе. Я представить не могу, какая мощь была в твоих руках, когда ты был темным повелителем. Да такая же. Какой же ты глупец, раз отрекся от всего этого и последовал свету. В свете я сильно так же, как и когда следовала темной стороне. Темная сторона придала мне силы. Теперь я владею великой силой, и ни один могущественный мастер-джедай мне теперь не ровня. Малак обучил меня тайнам ситхов, и я раскрыла полностью свой потенциал. В конце концов, теперь для меня нет границ, я смогу всего достичь с этой силой. Он убьет тебя. Ты уже забыл путь ситхов, Реван? В конце концов, я брошу вызов своему учителю. Если я достойна, то он умрет от моей руки, и я стану новым повелителем ситхов. После я возьму себе ученика, и цикл повторится. Таков путь ситхов. Это гарант того, что наши лидеры всегда будут сильными и самыми достойными. Обрекаешь себя на бесконечный цикл смертей и предательства. Нет, Реван, это ты обречен. А почему я внезапно отрегинилась? Понятно, надо силе сопротивляться. Игрок истощен. Спасибо. Алло? Алло? Отстань! Алло! Периодически меня вот это вот больше напрягает, короче. Потому что я там не могу увернуться, я не могу ничего сделать. Да чё ты там машешь, блин, а? Мы с тобой всю игру бастила эти гранаты-то собирали-то, а? Ты устаёшь, я чувствую это. Твоя сила колеблется, светлая сторона подводит тебя. Меня же питает своей мощью звездная кузница. Вскоре все будет кончено. Я не заблуждаюсь. Тебя сбила с толку темная сторона. Темная сторона всегда будет сильнее света. Малак убедил меня в победе. Тебе не победить меня здесь, на звездной кузнице. Не победить! Господи, она снова отрегинилась, а? Вот какого хрена она снова отрегинилась-то, а? Вот это вот, короче, нечестненько вообще. Спасибо. Еще меня очень бесит, что приходится ждать, пока она что-то сделает.
невозможно. Ты отверг темную сторону. Ты слабый и жалкий слуга света. Как ты смог выстоять против меня? Почему я не могу тебя победить? Темная сторона не сильнее светлой. Да, ты говоришь правду. Я тебе не ровня. Прошу, ради всего того, что нас связывало, не заставляй меня страдать. Покончи со мной и быстро, другого пути нет. Да, мне незачем тебя убивать. А разве есть выбор? Я пала на темную сторону, я ученик самого повелителя ситхов. Ты не можешь позволить мне жить. Вернись к свету. Я нашла искупление. Ты можешь отказаться от темной стороны, вернись к свету. Я нашла искупление. Искупайся давай. Ты исключение. У совета не было другого выбора. Тебе нужно было выжить, чтобы они смогли раскрыть местонахождение звездной кузницы. То был акт отчаяния. Я должна была следить за тобой, чтобы ты не вернулся обратно на путь зла. Я должна была защитить тебя от темной стороны. Ты действительно меня... Нельзя защитить кого-либо, каждый должен выбрать свой путь. Я думаю, ты прав. Тем не менее, я выбрала путь темной стороны. Да выбери светлую, переобуйся. Я заслуживаю смерти. Гляни свое сердце, и ты увидишь свет. Я знаю, что свет еще мерцает внутри меня. Это просто мои отголоски, я сияю. Он знал, что свет погаснет, как только я убью тебя. Но что хорошего в мерцании одинокого света посреди моря тьмы, в котором я тону? Я никогда не смогу искупить вину за содеянное. Помоги расправиться с ситхами. Это искупит вину. Да, я присоединяюсь к твоей борьбе против темного повелителя. Не думаю, что этот поступок нечто большое, но это было бы шагом вперед, в правильном направлении. Но как ты сможешь мне доверять? Откуда ты знаешь, что я не отвернусь от тебя, когда ты встретишься с Дарт Малаком? Откуда ты знаешь, что я снова тебя не предам? Я верю тебе. Ты играешь в опасную игру. Ты уверен, что хочешь так рисковать? Я могла бы прикончить тебя и заслужить благосклонность Малака лишь одним ударом светового меча. Ты этого не сделаешь. Ты еще служишь светлым силам. Ты храбр и глуп, как сказали бы некоторые. Ты также и прав. Темная сторона не полностью поглотила меня. Я не могу поднять оружие против тебя. Я должна остаться здесь. Если мы вдвоем сразимся с Малаком, боюсь, я снова могу пасть. Неразумно подвергать себя такому искушению. Ты можешь использовать боевую медитацию, чтобы помочь флотилии Республики. Да, так будет лучше. Чтобы победить Малака, тебе я не нужна. Теперь я понимаю, что истинный джедай не ровня любому ситху, даже самому темному повелителю. Я останусь здесь и воспользуюсь боевой медитацией, чтобы помочь флоту Республики. Я их единственная надежда уничтожить звездную кузницу и покончить с угрозой ситхов. Ты должен сразиться с Малаком, но немедленно. Как только успех в сражении будет на стороне Республики, у нас будет немного времени на побег. Удачи, и да пребудет с тобой сила. Просто брать ее в пати, ну зачем? У меня есть... У меня есть карта, у меня есть кошечка. Все. Зачем брать ее в пать? Там, брешь в строю ситхов. Зеленая эскадрилья, вперед. Зеленая эскадрилья выдвинулась. Пусть помогает боевой медитации. Против нас. Силы поменялись. Красный эскадрон, в атаку! Флагманам, укрепить позиции! Это наш шанс.
Атакуйте звездную кузницу из всех орудий! Это... Моих, пожалуйста, откройте назад. Серьезно? Я одна пойду против Малака? Нет, ладно, надо было все-таки Бастилу брать с собой. Корзина с отмычками. Просто если сейчас здесь будет, короче, куча всего. Понятно. То это будет крайне грустно. Тип А, тип... Это что за... Это будет какая-то вообще загадка, что ли? Серьезно? Генератор выключен. Тип Е. Тип Д. Что? Блин, ну не надо перед боем с боссом финальным не фигачить загадку. Игра. Здрасте. Я думала, у нас арена будет какая-нибудь. И чё? Показательно убил. Я устал от этой игры, Реван. Ты сидел занозой в моем теле с того момента, как я захватил мантию темного лорда из твоих хилых рук. Ты сделал ошибку, что пришел сюда, Реван. Звездная кузница укрепляет мою власть над темной стороной. Здесь ты мне не ровня. И в этот раз ты не сбежишь. Дать тебе не сбежать. Так вот, как ты это называешь. Думаешь, лишение всей силы и всей своей личности — это акт милосердия, Реван? Да я бы скорее умер. Я была спасена тьмы, и ты тоже можешь спастись. Говоришь, как истинный раб Кодекса джедаев. Не утомляй меня моралями, Реван. Мне они не нужны. Ты просто клякса внизу страницы. Я превосхожу тебя во всем. Я достиг высот, которых тебе не достичь. Я открыл настоящий потенциал этой рогатанской фабрики. Ты даже не представляешь себе всю мощь этого места. Сами стены живут энергией темной стороны. А теперь, мой старый учитель, я позволю звездной кузнице уничтожить тебя. Чё? А, ну трус поганый, понятно. Чего? Чего? Ну и что мне делать теперь? Только не говорите, что вот здесь, да? Настал мой звездный час. Серьезно? Нет. А, я могу, кстати, это же сделать вот так, да? Терминал тип D. Создать дроид. Во, пусть дроиды мне помогают, остальных. Ну хотя я могу еще больше создать. Не, давай остальные, короче, я просто отключу. Включи генератор. Ага. Понятно. Ай. Не останавливайся, только не останавливайся, пожалуйста. Терминал тип С. Отключить генератор. Угу. Отключить генератор.
Короче, есть у меня такое подозрение, что финальный бой с Мауком будет тоже на третью уже серию. Но в итоге я что? Я просто в итоге нарежу все подряд. Ой, пришел. А что ты пришел? Что пришел? Какие-то... У тебя какие-то дела ко мне есть? Отстань. Во-во-во. Так, ну создай тогда систему. Опа. Так, подожди, мне надо бежать. Я могу просто убежать? Ну, просто это нелогично. Я одна и сражаюсь против всех. Ну, вот это вот крайне нелогично. Там, конечно, Бастила, и они вполне могут с ней что-то сделать. О, да, спасибо, все. Все, что мне нужно было, это просто, короче, видимо, все выключить. Финальный бой с Малоком. А вот и арена, да? Ну ладно. Отлично, Ревок. Я был уверен, что защита звездной кузницы тебя уничтожит. Но вижу, ты не утратил своих навыков. Ты сильнее, чем мне казалось. Сильнее, чем когда ты был темным лордом. Мне казалось, это невозможно. Светлая сторона сильнее, чем ты думаешь. Ты будешь гнить в тюрьме, Ревок. Тогда я сломлю твою волю и склоню тебя стать моим учеником. Как я поступил с Бастилой? Ты гораздо важнее для меня, чем Бастила со своей боевой медитацией. Если бы я только мог тебя контролировать. Но стоит ли так рисковать? Возможно, ты слишком могущественный, чтобы быть моим учеником. Я предал тебя, когда осознал, что моя сила больше твоей. Но со временем ты можешь так же поступить со мной. Я не буду служить темной стороне, иди в жопу. Глупые слова. Тьма и свет ведут постоянный бой в тебе. Сейчас равновесие склоняет в одну сторону, но его легко перетащить в другую. Спаситель, завоеватель, герой, негодяй. Ты все это вместе, Реван. И все же, ты ничто. Ты не принадлежишь ни свету, ни тьме. Ты навсегда останешься одиночкой. Нет, у меня карт есть. Я верю в силу раскаяния. Конечно. Что еще тебе остается? Судьба и Рок сговорили сохранить судьба и Родина моим стараниям. Они выбрали тебя на роль спасителя. Все неумолимо шло к финальной битве, Рэва. Все решится, когда один из нас пойдет. Снова мы будем сражаться. И победитель будет вершить судьбу галактики. Да беги ты куда-нибудь, алло! А ты не можешь, понятно. А у меня все мои стимуляторы, походу, да, это. Спасибо. Спасибо. Чё? Ты чё делаешь? Ты продолжаешь удивлять меня, Рэмон. Если бы именно ты раскрыл настоящую силу звездной кузницы, ты мог бы стать действительно непобедимым. Но ты поступил как дурак. Все, что ты увидел, это большая фабрика. Все, что ты когда-либо представлял, это бесконечный флот, выступающий против республики. Ты был слепцом, Рэмон. Слепым и глупым. Чё? Звездная кузница — это больше, чем просто космическая станция. Некоторым образом это живое существо. Оно голодает. И оно питается темной частью каждого из нас. Оглянись, Ревон.
Видишь эти тела? Ты помнишь их еще с Академии? Эти джедаи, которые пали, когда я напал на Дантуин. Поскольку все намерения и цели мертвы, за одним исключением. Я не позволил им объединиться с силой. Вместо этого я принес их сюда. Звездная кузница разрушит все, что осталось от их силы, и передаст мне темную энергию. Ты не сможешь победить меня, Реван. Ни здесь, на Звездной Кузнице. И никогда я питаюсь силой этих всех джедаев. И когда ты будешь повержен, я поступлю так же с тобой. Ты будешь заперт в ужасное существование между жизнью и смертью. Твоя сила будет питать меня, пока я завоевываю галактику. То есть своей силой справиться ты не можешь, да? Так, я могу как-нибудь... поле стазиса. Нет. Сила не может на него воздействовать. А что ж мне тогда делать-то? То есть, ну мне всяко надо что-то делать, да? Я могу как-нибудь тебя что-нибудь тыкнуть? Применив возможности силы. А как? У меня из возможности силы только... стазис. И все. Пленник джедай. Обожжен силой на исходе. Блин, а я не знаю. Там, я так понимаю, типа убить его можно, да? Ты где? Эй, Ревен. А, вот ты где, господи. Бежит он. Ну, это сложно, да. Это вот прям... это жесть. Я не знаю, что мне делать. Ну, что мне делать? Ты можешь как-нибудь вообще? Нет, не можешь. Спасибо. Спасибо, было очень неприятно. Короче, такое ощущение, что надо... Ой, я быстрее бегать начала, кстати. Так, ты можешь в него это... О, да? Что происходит? Да ты брось в него! О, бежит, бежит, бежит! Короче, понятно, надо пока он всех использует. Потому что я с ними ничего не могу сделать. Что будет, когда у меня медпакеты закончатся? Так, где Маук? Где эта мразь? А, вон бежит. А у меня есть темные силы, только вон. Отстань. Бля, он догоняет. Так.
Больно. Больно, очень больно. Понятно. А прямое столкновение вообще не выход. Убегаем. А куда ты, блядь, бежишь? Все, что я могу, это походу на свою силу уповать. И что ты делаешь, блядь? Какой удар нафиг? Объясни мне. Он к тебе телепортируется. Побежали дальше. Где он? Он бежит. Кидай. Понятно. Он просто бьет больно. Особо ничего сделать не позволяет. Отстань. Как ты до меня достал вообще? А сейчас ты как до меня достал? Отстань от меня! Не хочу с тобой вообще никаких дел. А как он до меня достает? Я от него нахожусь просто через полкарты. Я не могу никак переодеть, да? Так, ладно, пробуем делать так. Встань. Чё? Ну? Где он? А, он побежал дальше сосать, да? Понятно. Ну, как они все закончатся, я посмотрю на тебя. Я посмотрю на тебя, как они все закончатся. Так. Иди сюда. Короче, на него... Так. Ай! Отстань! Ничего не знаю, быстро... Да она вот, короче, оборачивается и что-то делает. Понятно. Вот, она встает, типа, и начинает его херачить. Какого хрена ты его херачишь? Объясни мне, пожалуйста! Почему у тебя... Блять! Вот это бесит. Не слушается меня вообще. Я негодую, ребята, потому что я останавливаюсь, и она начинает просто бить, хотя я ей не давала такого, такого, короче, приказа. Вот когда меня игра не слушается, вот это вот меня бесит. Давайте мы на сегодня закончим. Всем спасибо за просмотр. Буду очень благодарна за поддержку в виде лайка и комментария. Подписывайтесь на YouTube, нажимайте на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления. И у нас есть ВКонтакте, Телеграм и Дискорд. Все ссылочки в описании. Всем хорошего утра, дня, вечера или ночи, в зависимости от того, когда вы это смотрите. Мы с вами увидимся уже в следующий раз. Берегите себя и пока-пока.